В моностационар на базе отделения Краевой детской клинической больницы Пашилова начал прием первых пациентов. Одной из первых в субботу сюда из инфекционного отделения была переведена трехлетняя девочка вместе с мамой. По словам медиков, ребенок чувствует себя уже лучше, но наблюдение за его состоянием продолжается из оставшихся воспалительных процессов. Всего за выходные в отделение поступило 11 больных, трое из которых со средней степенью тяжести. На данный момент у нас в отделении находится 19 детей. Это дети плюс мамы, которые находятся по уходу. Но большая часть мам у нас тоже положительные по COVID-19. Есть те, у которых пневмония. И то есть параллельно со своими детьми получают лечение в нашем стационаре. Показаниями госпитализации являются положительный ПЦР-тест на COVID-19 и идентичные СОРВИ-симптомы, с которыми уже не получается справиться дома. Заложенный нос, кашель, температура выше 38, которая держится несколько дней, вялость и лихорадка. Параллельно с детьми лечение, как правило, получают и госпитализированные для ухода мамы. Чаще всего вирус сегодня выявляется сразу у всей семьи. Здесь у нас находятся именно дети, которые с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В случае при осложнении, при ухудшении состояния, если пациент переходит из состояния средней степени тяжести в тяжелую, что не исключено, конечно, будет такой пациент будет перемаршрутизироваться на краевую клиническую инфекционную больницу. Контакты с родственниками исключены полностью. В моностационар разрешено только передать необходимые разрешенные вещи и продукты. Сделать это можно ежедневно с 17 до 19 часов. Напомним, сегодня пациентов с COVID-19 принимают 20 моностационаров. 9 находятся в Чите и 11 в районах края. Всего в регионе развернуто около 2000 коек. Заполняемость составляет уже 85,9%. Анастасия Рыжова, Сергей Миртов, РТК «Забайкалье».